Вот ваша хоккейная позиция. Старайтесь ее все время соблюдать. Вот, вот. Ниже, Лера, ниже. Распрямите, Ань, вот. Да, тренировки первого звена становятся все более и более жесткими. Сторонний зритель может и не сразу догадается, что на льду не профессиональные хоккеисты, а жены профессиональных хоккеистов. Кстати, о зрителях и о мужьях. Молодцы! Правда ведь картинка необычная, потому что, как правило, ведь все наоборот. Это Лера Кетова обычно с детьми смотрит, как муж работает на льду. Но не сегодня. Платон, Коля и, конечно, знаменитый папа Евгений Кетов. 40-й номер команды СКА. Ворота пустые, бросок, гол! Евгений Кетов. Его мой пришел. А вот и еще гости. Лёва и Виктор Тихоновы. Передача в одно касание, гол! Тихонов! Виктор Тихонов! Ребенку очень нравится. Все утро орал. Мама, мама, где мама? Когда он сказал на льду, он говорит, все, поехали. Что с собой брать? Да не жалко, не, пусть работает. Она как раз, я думаю, удовольствие получает, поэтому все хорошо. Не забывайте работать руками! Вперед-назад, как при беге. Нервничаю больше, потому что он сидит, потом будет домой придет, будет мне пилить, критиковать, что ноги кривые ставила, и там каталась не так. Он же мне говорит, что техника работать надо, то есть мне подсказывает, если я сейчас что-то сделала, то что я неправильно, будет мне сейчас... А мужья смотрят внимательно, даже напряженно, волнуются за любимых жен. Или просто не ожидали, что тут все настолько серьезно. Скорость, 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 скорость! Еще раз! Hi. Who's got boogers? Who's got boogers? И вы только поглядите, кто еще пришел поддержать наших девушек. Вы его, конечно, узнали. Салак, браво! Дважды браво, Александр! Да, это он, Александр Салак и Салак-младший. Раз, два, три. Ножку, раз. Вот, чуть пониже себя держите, хорошо. Чтобы дети не скучали, затейник Виктор Тихонов организовал для них очень детский хоккей для самых маленьких. Hi! I love you! Да, вообще очень приятно, потому что раньше для него папа это был хоккей, а теперь, ну, как сказать, мама тоже хоккей. Это вообще классно. То есть совершенно другое ощущение, когда мелкий смотрит, улыбается, пальцем такой. Папа, ты коньки принес? О, да. Нет, свои. Нет, папа будет наблюдатель. Коля Кетов от мамы решил не отставать. У него сегодня персональная тренировка. Ты что, тут снимай? Как зовут? Коля. А какой твой самый любимый игрок? Хоккей. Хоккей. Ты же хоккей пошел играть? Кто твой самый любимый игрок? Папа. А какой номер у папы? Ну, 40. Вот уж точно, хоккей – семейный спорт. На коньки встают и папы, и мамы, и дети. А вот вам на десерт взгляд изнутри. Камера в руках у Евгении Тихоновой. Посетители катка и не подозревают о том, что сейчас вместе с ними на льду суперзвезды российского и мирового хоккея.